Вітаю на каналі Української правди. На Харківщині ситуація відносно стабілізована. Росіяни не наступають протягом минулої доби. Про це звітує Генеральний штаб. Чого не скажеш про Покровський напрямок, там сили оборони відбивають російські атаки. Тим часом на півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через обстріл з Лівану. Ну і НАТО розробляє план перекидання військ на випадок війни з Росією. Про це пише The Telegraph. Про все це в загальних рисах далі говоритиму з військовим оглядачем Давидом Шарпом. Вітаю вас, пане Давиде. Здравствуйте, Дмитрий. Спершу загальне питання. В кінці лютого президент Зеленський вперше сказав про те, що росіяни планують великий наступ в кінці травня, на початку червня. Зараз ми знаходимося на початку червня. Як можна цей наступ взагалом оцінити? Він тільки починається, він розгортається і зараз на піку знаходиться. Чи він вже завершується? На мой взгляд, когда рассуждения, причем на уровне политиков, происходят, причем заранее, нужно воспринимать это соответственно. На мой взгляд, российское большое, можно его назвать большим наступлением, можно средним, оно идет в рамках той самой российской стратегии, которой Россия придерживается, наверное, с осени 22 года, после освобождения Херсонщины, правобережной Херсонщины. Россия начала наступление в районе Бахмута, далее была пауза в связи с украинским наступлением, но тем не менее общий расклад это такой, что вместо того, чтобы большие силы в одном месте сконцентрировать и попытаться добиться серьезного успеха здесь и сейчас, Россия, когда накапливает резервы, постоянно давит на нескольких участках или на многих участках, ищут слабое место, и если его находят и создают условия для дальнейшего прогресса, реализуют задуманное. В частности, яркий пример Авдеевка, когда еще в марте, феврале 23-го создали полуохват города, отложили на потом, и когда оказалось возможным, задействовав огромные резервы и понеся большие потери, город додавить. Значит, наступления такого рода продолжаются всю осень, всю зиму и на данный момент тоже. Мы не видим концентрации огромной, какой-то огромной группировки, которая в одном месте хотела бы достичь, могла бы попытаться, скажем так, достичь огромных целей. Это очень обсуждалось на вариант наступления на Харьков, но мы видим, что большого наступления на Харьков не было. Было наступление с отвлекающими и ограниченными целями. Кстати, кое-каких целей, надо констатировать, оно достигло. Им удалось захватить почти 200 квадратных километров территории, довольно быстрые сроки, отвлечь украинское внимание, силы приблизиться к Харькову. Впрочем, сегодня это наступление остановилось, но я исхожу из того, что мы видим. То, что будет, я не могу предвидеть, и у меня нет разведсвода касательно того, где формируется какая группировка и насколько она готова. Наступление российской армии продолжается, и я предположу, что оно продолжится в таком же духе, на локальных участках с активизацией периодической на том или ином участке в ближайшее время, а там будет видно, потому что далеко предсказывать нет никакого смысла. Так, на Харківщині ворог не наступає останнім часом, і зараз йдеться ще й про те, що сили оборони можуть контрнаступати і якось звільняти Вівчанськ. Ви як бачите собі ситуацію, ймовірність того, що все, що захопили росіяни на Харківщині, сили оборони зможуть відбити найближчим часом? Чи це можливо? Теоретично, це, звісно, можливо, не можна нічого виключати. Но я сомневаюсь, что украинское командование может себе позволить сейчас поставить вот такую далеко идущую цель. Чтобы выбить полностью за границу на этих двух участках наступающего противника, вернее наступавшего, нужно создать серьезный локальный перевес. Подчеркиваю, серьезный локальный перевес. И не обязательно в живой силе, это подразумевает огневую мощь, сосредоточить боеприпасы, живую силу и придумать план, соответствующий атаковать, а также исходить из того, что противник не перебросит сюда серьезные резервы. То есть нужно нанести противнику серьезнейшее локальное поражение. Из того, что мы знаем из открытых источников, в последнее время у вооруженных сил Украины не так много свободных резервов, мягко говоря. И мы также знаем, что лишь совсем недавно вооруженные силы Украины начали получать боеприпасы и новую технику в должных более-менее количествах с момента того, как американцы в Конгрессе развис, я это называю, пакет помощи.
без достаточно серьезных резервов, которые важны для других участков фронта, важны для ротации, важны для усиления того же, на мой взгляд, приоритетного Покровского направления, сложно рассчитывать вот на такую абсолютную победу локальную. Ежели у украинского командования найдутся в самом деле эти резервы, чтобы для меня стало сюрпризом, конечно, можно решать далеко идущие задачи. Ну а пока, видимо, речь идет о стабилизации, контратаках, улучшении, как принято говорить, тактической обстановки. Для решения глобально вот этой локальной задачи нужны довольно значительные силы. Розвідка Великої Британії сьогодні пише, що росіяни зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку і несуть дуже великі втрати, причому мають незначні успіхи. Як ви, по-перше, спрогнозуєте ситуацію на Покровському напрямку, чи вдасться втримати Покровськ? Це ж стосується, до речі, і Часового Яру. Ну і як пояснити, що в них досі є ресурси, жива сила, вони її витрачають, кидають як м'ясо і знову поповнюють новоприбулими? Прогнозы, было бы совершенно неправильно с моей точки зрения говорить о прогнозе, смогут или не смогут. Мало того, что война это иногда туман, это непредсказуемый момент. Важно же еще знать, какие планы и замыслы у обеих сторон, кроме самых общих планов, например, захватить Покровск и отстоять Покровск. Да? Я имею в виду, какими силами располагают стороны для попытки решить свои задачи. Потому что без этого знания разговоры будут попыткой выдать желаемое за действительное, либо пустыми словами. Но важно сказать следующее, что по тому, как Россия наступает, по конфигурации их действий, вот такой важнейшей, я бы сказал, не глобальной целью, но очень амбициозной, далеко идущей целью является, как мне это видится, выход на линию, причем можно назвать эту линию дорогой, Константиновка-Покровск. То есть, захватив Часов-Яр, и продвинуться к Константиновке, а вот на Покровском направлении, в том числе в Очеретино, где ему удался прорыв, продвинуться по широким таким веерам, широким продвинуться к вот этой линии, собственно, к самому городу Покровску. Решение этой задачи было бы для них большим успехом, она выглядит очень амбициозной. С другой стороны, украинское командование понимает, что это главное, одно из главных, если не главное направление, прилагаются усилия соответствующие. Украина, получив помощь от Соединенных Штатов, получила запас прочности и серьезный инструмент дополнительный. Вооруженные силы Украины сейчас не в том положении, в каком они были в марте во всех отношениях, я считаю. Этот эффект не может не сказываться. Ну а говорить о предсказуемости чего-то было бы неправильно. Кто мог предсказать за день до вот этого наступления российского в Харьковской области, что они раз и захватят то, о чем мы говорили, или тот же прорыв под Очеретино, который был, скажем так, не из запланированных. Есть какие-то отступления более-менее объяснимые, понятные. Так что бывают ситуации, когда что-то и близко не прогнозируется, как в хорошую, так и в плохую сторону, кстати говоря. Поэтому будут бои продолжаться серьезные. Все зависит от использования, по большому счету, от правильных решений. Это звучит банально, использование резервов. И, конечно же, касательно ресурсов, очень важный момент. Техника и артиллерия, боезапас – это одно, это, собственно, что есть производство, берут с хранения, хоть из Северной Кореи, из Ирана, с живой силой вопрос очень интересный. Как мы видим, большой, огромной группировки для наступления на Харьков или чему-то подобное они не собрали. Такая группировка, видимо, без мобилизации, все-таки ее сложно сформировать, без связи с трудностями, с техникой, командным составом, специалистами и другими. Однако ходят слухи, что им удается, это даже официальные российские данные, до 30 тысяч человек в месяц по-прежнему набирать на контракт. На контракт добровольно. Причем тут они пытаются и даже в Африке, и в Индии, и где угодно набирают, естественно, в тюрьмах. И вот эти цифры, если им 30 тысяч, честно говоря, это очень большая цифра. Потому что, несмотря на официальные сводки украинские, я думаю, что она все же, как правило, выше реальных потерь. Убитыми и ранеными. Иногда, видимо, они приближаются, эти цифры. Но по большому счету ситуация такова. Если новонабранные компенсируют потери, то, в общем-то, можно продолжать, как ни в чем не бывало, в том темпе, в котором ты действуешь. До того момента, как потери станут превышать набор нового состава. И, как мне видится, это не за горами в какой-то мере, потому что потери велики, иногда они даже превышают, по всей видимости, но точно мы знать не можем. Потери велики однозначно, и мне главное другое, мне видится, что вот этот вот
темп набора в 30 тысяч или довольно высокий, он не может сохраняться бесконечно. И кое-какие признаки налицо. Во-первых, попытки привлечь буквально со всего мира непонятно кого, это совершенно неэффективные с точки зрения, ну, то есть это очень малоэффективные бойцы, скажем так, те, кто привлекаются из Африки, на неделю прошли подготовку, далее их бросают в бой, и люди не понимают, за что они воюют, где они воюют, даже языка не понимают. Это, мягко говоря, малоэффективно. Если бы не было проблем с личным составом, то, видимо, за ними бы не гонялись. И еще второй момент, который более ясный. Они все более и более повышают выплаты подъемных тем, кого набирают в армию. В том числе уже превысило 11 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Суммы, вернее, не 11 миллионов, 11 тысяч долларов. То есть сумма свыше миллиона рублей в качестве подъемных, плюс зарплаты от Минобороны, зарплаты от фиктивных фирм-работодателей, от местных органов власти. То есть даются колоссальные деньги тем, чтобы для того, чтобы заинтересовать наемников. В общем, главная динамика – потери больше пополнения, и тогда наступательный дух спадает, если мы говорим только о живой силе. Про живу силу я просто ще додам. Центр національного спротиву повідомляє в ці дні, що підлітків з окупованих територій росіяни відправляють на військові вишкіл. А аналітики Інституту вивчення війни додають, що у Росії чоловіків, які відмовились воювати, примусово відправляють на Харківщину. Ну, тобто, це просто на додачу до того, що ви кажете, що в них є дуже багато різних заходів, яким чином поповнювати своє військо. Я хотів би вас питати про інше, про те, у цей мікс, який зараз з'явився, з одного боку атакам з далекобійні постачаються Україні, з іншого боку дозвол бити по цілях в Росії окремою західною зброєю. Про F-16 зараз кажуть, вони вже от-от нібито мають бути в українському небі. Перед цим Saab, розвідка, так? Літак розвідки Швеція надала декілька. Оцей весь мікс, він може дозволити Україні переломити ситуацію на війні найближчим часом? Чи це все ж таки просто про посилення наших оборонних спроможностей? Це усилення можливостей. Я навіть не дуже люблю розділяти на оборонні і наступальні, тому що багато види вооружения абсолютно універсальні. Будь то істребитель, будь то, кстати, артилерійське орудие, яке необхідно як в наступленні, так и в обороне, или, например, бронежилет как предмет экипировки, нужен бойцу и в атаке, и в обороне. Тут это усиливает возможности, но, скажем так, тут можно по каждой из этих возможностей пройтись отдельно, но общий смысл такой. Во-первых, такого яркого и резкого перелома из-за поставки каких-то вооружений или какого-то разрешения не может быть по определению. Это важно понимать. То есть, ну, бывали в истории такие случаи, например, я не знаю, появилось атомное оружие, было применено в бою, понятно, что это вундервафы и критическое преимущество. Когда речь идет все-таки о таких тактических инструментах, преимущество развивается постепенно, а реализуется еще более медленно, в том числе из-за необходимости опыта и аккумулирования эффекта. То есть пример с F-16. Если бы Украина получила волшебный F-16 и шведскими самолетами Дерлош, то это очень приятный сюрприз. Если бы Украина получила волшебным образом полноценные силы, воздушные силы западного типа целиком, вот по мановению волшебной палочки, это было бы не 15 F-16, а, скажем, 125, включая новые модели, включая то, что уже есть боевой опыт, что все освоено, и самолеты Дерло, и самолеты-заправщики, и высококлассное оружие, и разного рода бортовые системы, вот так вот целиком и полностью сразу. Вот тогда бы это было бы геймченджером. То есть если бы вдруг вместо Украины выступили, скажем так, Соединенные Штаты, ввели свой контингент воздушный, все вот такого вот примерно уровня. Или бы украинцы. Но украинцам до этого предстоит еще проделать очень длинный путь, чтобы их воздушные силы превратились в такой механизм. Сейчас делаются только первые шаги, которые принесут эффект. Но чтобы вот они вот так были на уровне геймченджера, это возьмет годы. Даже при условии, что все это будет поставляться. F-16, например, они принесут, несомненно, сразу эффект во всем, что касается охоты за шахидами и крылатыми ракетами. Они смогут сбивать больше, чем это было до сих пор, чем более эффективно. Есть эффект, очевидно, они спасут жизни людей, они спасут имущество, они спасут какие-то предприятия, ВПК или гражданские объекты. Но приведет ли это к
к изменению ситуации под часовым яром, нет, это не приведет напрямую. То есть важно понимать, что эффект, они не вот такие чудесные, которые приносят перелом в войну. Однако они накапливаются, они дают результат, и в том числе не на тактическом уровне. И все, что вы перечислили, уже дает результат и будет давать результат больше. И именно из этих маленьких результатиков, собственно, складывается победа или, будем говорить менее громко, успех на полі боя, будь то в обороне, либо в наступлении. Пане Давиде, прошу вас прокоментувати і ситуацію в Ізраїлі. Зокрема, сьогодні стало відомо, що на півночі Ізраїлю вирували масштабні пожежі після обстрілу з Лівану. Що про це відомо? Що це були за обстріли? Чи вже ліквідовано наслідки? В Израиле в последние дни, если мы говорим на ситуацию на северной границе, где идет специфическая война на истощение с Хизбаллой, ситуация в последние дни и даже неделю обострилась. То есть стороны, скажем так, воюют по неким правилам, в неких рамках, не переходя совсем уж некую красную черту к масштабной неограниченной войне. Однако эти рамки и правила, назовем это так, расширяются и меняются. Одна сторона наносит какой-то другой, более чувствительный удар, другая чувствует себя в долгу, что называется, ответить по своим уже более новому уровню. Почему это в том числе нужно? Для Израиля это понятно, для Хизбаллы это тоже понятно. Почему? Если они не ответят так, как нужно, как они считают нужным, они посчитают, что, во-первых, их сочтут за слабаков и будут бить еще сильнее. Поэтому здесь идет принцип слова за слово, который повышает риск эскалации и перехода к масштабной войне. Попутно есть очень важный момент. В Израиле и в Ливане установилась уже летняя погода. Дожди прошли. Дождей до осени не будет. Все. А когда дожди прошли, очень много чего высыхает, и очень много чего не зеленое, и пожароопасность резко возрастает. Поэтому пожары от падения разного рода ракет, снарядов просто на открытой местности, пожары возникают по определению. И это еще один из факторов вот, повышения напряженности и эскалации. Причем в Израиле с пожарами еще хуже, потому что в Израиле больше искусственных насаждений, которые, скажем так, менее устойчивы. Леса, например, менее устойчивы к пожарам, чем леса натуральные, назовем это так. Поэтому это добавляет давление на всех, кто принимает решение, когда вот это все горит, когда угрожает населенным пунктам. Это уже не ситуация воспринимается несколько иначе, при том, что она и так была паршивой. Я веду к тому, что пожары ликвидируются, пожары и будут снова возникать, пока происходит обмен ударами, и будет, скорее всего, в этом плане хуже. И главное другое, израильское правительство стоит на пороге решение о начале масштабной войны против Хизбаллы. Ситуация так продолжаться так не должна, как она продолжается уже очень долго. Решение тянуть с этим решением можно в зависимости от ряда обстоятельств от X дней до X недель, как мне это выглядит. Но, скажем, тянуть с ним до конца лета, это было бы странно, на мой взгляд. Вряд ли это объяснимо было бы. И решение очень тяжелое, потому что война с Хизбаллой – это серьезнейший ущерб, серьезнейшие жертвы. Но стратегически ситуация сложилась так, что либо нужно, видимо, воевать сейчас, либо чуть позже, в еще худших обстоятельствах, и это всем очевидно. Ну, не всем, а, скажем так, очень много. Добре, поговорили про північ. А що стосується півдня, ще 30 травня армія оборони Ізраїлю взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону між сектором Газа і Єгиптом. Що з тих пір змінилося? Які задачі вдалося реалізувати за цей час? Перед ізраїльською армією стояла ізраїльським руководством стояла в рамках цілей, поставлених перед собственной армией и перед государством, а именно одержать определенным образом военную победу над Хамасом. То есть свергнуть его гражданскую структуру и, главное, уничтожить его организованную военную инфраструктуру. Подчеркиваю, организованную, потому что всех, конечно, не уничтожишь. Так вот, стояла задача в том числе провести общевойсковую операцию в последнем важном оплоте Хамаса, городе Рафиах или Рафах, на юге, на границе с Египтом, и вот там-то находятся эти 14 километров границы, так называемый Филадельфийский коридор. Есть еще второстепенный оплот Хамаса, оставшийся нетронутым, и вот сегодня кое-что в нем начали делать в центре Газа.
Так вот, но из-за американского давления и относительно, можно сказать, нерешительности в свете американского давления израильского правительства, с этой операцией в Рафехе очень долго медлили с ее началом. В итоге ее все равно начали, несмотря на американцев, но под этим давлением поменяли план категорически. План поменяли в том духе, что гораздо меньше применяют артиллерию и авиацию, и при этом действуют потихоньку, очень планомерно, лишь бы не пострадал никто из местных жителей. Поэтому операция идет долго, и надолго идет. Да, взята под контроль более-менее, подчеркиваю, там не целиком, более-менее взята под контроль граница с Египтом, но в Рафехе том самом, из-за того, что был выбран медленный темп из-за давления американцев, дело, работу еще до конца не довели. Надеюсь, что ее доведут до конца и доведут так, как надо. 100% уверенности по разным причинам у меня нет, но вот операция продолжается. Наряду с разного рода рейдами и зачисточными мероприятиями в других частях Газы. И вот сегодня есть, когда мы с вами говорим, есть сведения о том, что на уровне то, что цензура разрешила, что кое-какие действия происходят и в центре сектора против другого последнего оплота Хамаса, более второстепенного. Дякую. Наостанок коротке питання. НАТО нібито розробляє план перекидання військ на випадок війни з Росією. Це The Telegraph пише, і вони тут наводять такі приклади. Війська США висаджуватимуться в нідерландських портах, зокрема Роттердамі. Після цього перекидатимуть потягами через Німеччину до Польщі. Є ще інший маршрут через південні порти в Італії, Греції, Туреччині. Є аналогічні плани існують щодо транспортування військ із турецьких, грецьких портів через Болгарію, Румунію. Ну, власне, от конкретні прям плани розгортання сухопутних коридорів зараз будуть обговорювати у засобах масової інформації. Про що все це? Про те, що НАТО дійсно готується до реальної війни на території Європи з Росією? Чи це просто превентивні заходи, які мали бути і якби не було війни зараз Росії проти України? Во-первых, НАТО существует все-таки не просто так, и существовало, и всегда планы развертывания, как всегда. Конечно, российская угроза долгие годы считалась, ну, не очень серьезной, мягко говоря. Тем не менее, полностью ее не игнорировали. Разного рода планы усиления существовали. И, конечно, основа основ — это переброска вооруженных сил Соединенных Штатов в Европу максимально быстро для решения оборонительных и наступательных задач. Так как у европейцев своих сил, в общем, не так уже много, а контингенты американские ограничены, которые на постоянной основе в Европе находятся. Когда ситуация коренным образом изменилась, первый раз в 2014 году, второй раз в 2022 году, естественно, пришло время планы корректировать. Понятно, что вроде бы нападение России на НАТО быть не должно, это было бы безумием во всех отношениях. НАТО колоссально сильнее России конвенционально, тем более оно сильнее ее и в ядерном плане, главное другое. И Россия, и НАТО понимают, что конвенциональная война может привести к войне ядерной, чего никто не хочет. Потому, кстати говоря, Байден и другие лидеры западных стран очень опасаются конфронтации с Россией, потому что лишь бы чего не вышло в плане ядерном. Это как бы ключевой момент. Но идет новая холодная война, это уже понятно. Решения российской власти, Кремля, скажем так, которые сегодня могут восприниматься как вполне не всегда адекватными, и чего, на что только они не способны, они доказали. А потому хочешь мира, готовься к войне. Более того, нужно еще и демонстрационно готовиться к войне, чтобы противник поменьше пылу имел и поменьше угроз выдавал. По крайней мере, не всегда это работает. И успокаивать своих союзников, в том числе, которые находятся ближе к России, и им совершенно не с руки чувствовать себя неуверенно. Так что и готовиться реально нужно. Не важно, что шанс на войну мизерная доля процента. Готовиться-то нужно, корректировать в соответствии с обстановкой планы, посылать месседжи Кремлю, месседжи своим союзникам. И все вот эти вот публикации, все эти действия, они, естественно, этим и продиктованы. Дякую вам, Давид Шарп, військовий оглядач, був моїм співрозмовником. На все добре, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на всіх фронтах, і українському фронті, і в Ізраїлі, і геополітичний, і на дипломатичному рівні. Ви можете в цьому переконатися, якщо зайдете на сайт «Української правди». Це по-перше. По-друге, підпишетеся на канал «Української правди» в YouTube. Ми оглядаємо всі ці події тут систематично.
Долучайтеся до клубу читачів і глядачів «Української правди», тисніть вподобайку під відео.